Масштабный урбанистический форум «Арт-резиденция» продолжает свою работу. В городском музее искусства Омска открылась экспозиция, на которой свои работы представили первокурсники Института дизайна и технологий. Экспозиция стала первым опытом для молодых авторов. Выставка посвящена деревьям, тому, что происходит с ними в Омске, как отражаются на них процессы, происходящие в городе, и какую роль играют растения в жизни людей. Кроме того, в степи деревьев никогда не было, а превращая Омск в город-сад, жители сумели вырастить в нем не характерные для местности породы. Работы все объединяет общая тематика призыва и стремление показать, насколько важны деревья для любого, в принципе, города, ну и в том числе для города Омск. Я хотела отразить позитив, самое главное, да, такой взгляд, мой взгляд на жизнь, на деревья, что яркие цвета представляют то, как надо видеть мир в ярких тонах. И, ну, наверное, вот самое главное.